Лишь сталкер в дискорде? Да, я здесь. Ты упал сейчас? Нет. Зеленку прожимал? Да. Тоже, да, заметил, как она здесь работает нормально? Да, здесь такое. Да, потому что вот не везде она так работает. Пошли дальше. Люля, осторожнее бейте. Био, отойду 30. Гески. А там воронку подняли. Воронка была? Да. Ты еще спросил, когда она пропала? Да не должна вроде. Чем? Вон лежат же. Там все подбирается, не переживайте. Так, здесь сопрот не нужен, да? Нет. Че, перекурим по-быстренькому? Да нахер, так сколько времени потеряли. Старый говорил, то, что будет перекур, ты куда торопишься? А уже курите, идите, чё тут? Я как раз ребутаю интернет. Карин, ты тут? Чё? Чё там, поупадывал часть? Чё скину? Ребят, как перекур закончится, поставите джипса, пожалуйста. На. Да я отошел курить. Сейчас приду.
Жадный, я, короче, пока на БГ пойду. Какие БГ? У нас как раз не хватает. Ну, не знаю, я вижу два... Блядь. Уже не иду. Что, огром надо сорвать тут, нет? Да не, сорви. Тут, в принципе, это нормально. А ты где пуху уже достал? Задонатил, что ли? Она у него уже давно. 284, который с лича выбил. Ну. Только не с нашего состава, да? Ну, и с первым составом вроде был. Ой, давай, ребят, за полчасика сейчас пронесем, но пойдем дальше. Бля, куда кого-то делся? Чего Фрос ебался? Заебись. А ну он придумал. Беладон тут? Да-да-да, готово уже все. Ты да, ты на это. Советчик. Драгонсон. Он что-нибудь написал, нет? Кто, Драгон? Да, Драгонсон. Мне нет. Да он если ушел, значит у него что-то с интернетом, он так не уходит. Не, ну видишь, сел типа АФК. Кабан. А, он здесь? В игре же, правильно, персонаж? Ну он в игре, да. А, ну значит не интернет отошел, там же перерыв. Это сразу не уйти. Он давно отошел просто. Кого отписал, че? Нет, вроде. Ну че, мы без них не сможем, что ли? Сможем. А, так, получается, Войт на боссе, Артемия, ты на трэше. А, Беладон, ты на этой. Ну, блядь, не совцой, короче. Там я все стари готовы, да? Проверь еще раз. Я так, для ГП сделал. Напуливайте трэш сразу, пожалуйста. По ГД. Все, да, пуляем. Геро. Метку выносим. Сами с ним. Товарищи Вары, вас два, один Элем и один маг. Пожалуйста, посидите на крестах. Иначе мы вайпнемся. Войт, на тебя метка, за тобой побегает. Под дальние убежали. Вон он, звездочка есть, бегите за ней. Раньше времени никто не агрит. Косты повнимательнее.
Распределитесь, кто первый. Пухан, может, там или кто, пусть знает. Один у нас жрец. Фрей, добить. Каст. Пока жреца не убьем, пухан и второй фурик на ренжу выходите просто. Первый пухан летит каст сбивать, второй ретри, ну второй фурик. Тут дамага дожжет, главное касты сбить. Переместились к овцу. Каст. Жреца, контроль. Что за баги, блядь, 20 секунд был набит. Тут же остались, сюда тяните. Одного тяните, жреца. Черепок тяните. 4 секунды. Который в глыбе тяните. Чашка для огня. Каст. Тимбыча, Ауди, Берри. Следующий соби. Да я с притяжкой промазал. Каст. Бафы по Ауди. Уровень не восприимчив к стану. Ну когда тимнишь. Тут же остались, тяните. Женек, Фрейд, это выйди, блядь. Не позорь гильду, да. Тихо, ребят, с флудом лишь. Метка. Фрэнсис. К жрецу убежали. Ну, поближе сюда перейдите, Никитос, уйди оттуда.
тебя похуй, трэш на сбоку. Не, ханты пускай там будут. Готовьтесь, я сразу сейчас косты сбивать, сейчас жрецы появятся. ДК его в рейд сразу тянете. Ува. Второй, смотрите, вон. Шуное. Метка. Второго контроль. Каст. Второго отвед. Углыми. Еще раз контроль второго. Не расслабляйтесь, там 18%. Метка. Уходим, перебегаем на другую сторону. Я не могу понять, Драгон с нами или... Перебегаем, перебегаем. Да, он с нами. Косты готовьте сейчас бить, вон он. К вам бежит. Сейчас Дим на ману буду. Метло. Каст. Давай, 10%. Тяните сюда. Рано вкинулся. Ближнего тяните. Жреца добейте, каст. Всех жрецов добейте. После жреца босса. Чё? Не, одного этого добивайте, и того пока... Одного, который с нами, второго не трогайте. Чё тупо босса бейте ещё. Герат, когда шось. Да не надо. Не надо. Лут. Сейчас скину тебя, да. Посох, блядь. Кстати, а если здесь на трансмог, то ГП берется или нет? На трансмог? Для РДДшников, да. Для РДДшников, да. Для кота или медведя, нет. Это, Япончик, а чё, тебе с духом разве нормально? Да не, не особо. Я так, никому не надо.
Конечно, блять, у тебя это теренас. Драгонсон в танк. Он тут нет с нами. Что я так понятия не. А, да, с нами. Драгонсон да, все здесь. Артемия в хила, старик в лему. Я понял, жена. Подходите. Так. А ты, ну все, успел кикнуть, да, его? Я ему ИП не давал. Кстати, я недавно зашел на аукцион, этот знак Элидари стоит 150 голды, ну там 200 максимум. Ну? А фласка 400 с лишним голды. Ну да. По факту, блядь, выгоднее же их покупать, чем фласка. Только ты можешь пить, типа, ВОК и ФЗС. Так, блядь, мы только ВОК и ФЗС ходим, в ЦЛК мы только на сапротах сидим, в основном всегда. Чумка сапроты, Лана сапроты, Синка сапроты. Да мне тоже, ребят, кажется, где-то можно без сапротов уже начать обходиться, потому что, ну, одеты мы все, будто. Там смотри, ваншот ты не отхилишь. То есть боссы, например, как Ксендрагоса, да, очень к этому завязан. Налич, осквернение, потом, о, не осквернение, а заражение отхиливается сложно. Смотри, а раньше же ЦЛК без сапротов игралась, потому что ХП было дохуя, да? В смысле, это раньше? ЦЛК сделано под эпохальный режим, как из этого. То бишь там куда сильнее будет босс. Если ты имеешь в виду обычный, как был как контент, то этот жестче. Тут боссы и завышенные, и нету бафа 30%. Ну да, то что ХП мало у людей. Из-за этого ваншотит. Давайте активнее. Там патруль идет. Милики, разбегайте, сейчас вам старик ГП всем накидает там. Блять, я бы вам уже накидал за то, что вы кашите. Как вы заебали покашить на трэше? Так сложно, блять, этот трэш убивать, пиздец. А ты не потом начинаешь самый первый раз, что когда милики лезут, что они лезут? Блять, ну это знаешь, что лезть чемпионов, что ли, лезть? Сказал тот, кто просто авкашил на боссе сидел. Я из-за этого ГП. Ну ты живи теперь с этим. Нет, как-то похоже, честно. Лич Старфилд, ты здесь? Подойди сюда назад. Почему у тебя одна пуха? А вторую где? Это должно быть две пухи. Одна вон с меткостью, вторая с хастом. Не, анимация типа у тебя одна пуха. И про это, наверное. Может, воля пуха? Я просто тоже сейчас стоял. А, вот все, я заметил твой промах, да-да-да. И вот этот талант ты вкачал, это как для РБК, вот они отлично, потому что там ребята слабые, они тебя не выдержат, ты хорошо одет. Ну, такие таланты в гильдии не нужны, здесь нужен ДПС, выживаемость тебе сделают. Ангуба, что? Ну, не то, что выживаемость, а как бы здесь и агро, и херст, ребята танки одеты. Спокойно одевайся, как у меня, либо там еще пеньки вот эти качают. А так вот этот аспект под РБК. Чтобы агро не сдавать. Тогда у тебя все и дамаг появится на боссе соответственно.
И я это, как пианист сказал, 8 сделай меткость. Ну да его сразу отводите и все, остальных мы забьем. Собирай старик лук. Ой, я что-то вообще... Плачет, плачет. Махи летает. Одного моба лицом танчил, но спина. Все, Драгонсон войд в танк. Драгонсон, с тебя получается будет инженер.
Войд, тебя, тёлка и который с щитом. Сангенар. Сука, одной секунды не хватило, а? Поднимайте. О, вороночка. Рыбу поставил. Ребята, есть у кого, если Дживс, поставьте, пожалуйста. Много миликов, поэтому будет сложнее. Тут же сопроты не нужны вроде. Здесь всем обязательно. Желательно сопроты иметь. С каких пор тут обязательно сопроты? Да не обязательно, тут кто жить хочет, пейте сопроты. Но танки по-любому. А чё вы вечно меня стропаете? Пей стропо. Ой, стропо, блядь, это сопрот, блядь. Не знаю, я и... Кто-то полился. Дайте бафы, пожалуйста. Чем я спалился? Стропон все слово сказал. Думаешь о нем часто? Че, ебанутый, что ли? Я говорил. Я да нажал. Да? А, старик готов? Да. Кулак обновить по ДК. Блять. Паладин и кулак ПДК, красавчики. Все, старик, я не пью сопрот, так что на твоей совести. Возникло после уничтожения солнечного колодца. Добро пожаловать в будущее. Очень жаль, но вы не сможете ничего изменить. Теперь меня никто не остановит. Селама Ашалянора. Впечатляет. Посмотрим, хватит ли у вас смелости выступить против Светокрада Таладрада. Я вообще думал, что сопрот нужен года. В лужи проебываешь, вот всякую такую хуйню. Справились с моими лучшими советниками. Но перед мощью кровавого молота не устоит никто. Узрите лорда Сангвинара. Эту цель кровь за кровь. РТД раньше. Агрони рвите с тёлкью. Девку прохил. Старика, Женька прохил. Вони, блядь, из века. Классно, вы там в шесть тел стояли в РТД. Ну, кстати, нет, я далеко, например, от Женька стоял. Не знаю, как это нового. Кино на отдаче. Я не знаю, может, как-то по цепной разошло. Не таунтится, босс! В трусы убегите, пожалуйста, на комтаунт. Рейд, уйдите нахуй туда, блядь. К трусам ведите. Не надо там дохнуть, блядь. Бомба, 8 секунд.
Под бомбу умирает ГП. И в луже тоже. Драгон тут, нет? Я не центр знаю. Все встали. Вот он, квадрат. Линчпак, давай со мной на посох и косты тоже сбивать помогай. Посох, Крис. Возьмите. Все, пухи надевайте и под топором не стоите. Че все в центре стоят? Топор вон, видишь, справа. Бегающего сейчас бить будут. Возможно, я недооценил вас. Было бы несправедливо заставлять вас драться с четырьмя советниками сразу. Драгонсон к тебе идет. Отдачу. Никитос. Драгонсон. Мелики там аккурат. Не веди сюда. Но это там. Обратно веди. РДД рейндж. Посох, посох прожмите, РДД. Девку просил. Опять девку просил. До активации босса 1 минута. Давайте. РДД с Гунара после телки. Блять. Жмуем. Жмен Тимбича, Тимбич форсить. Бомба 5 секунд.
Драгонсом босса. Босс? Нац. Корсеть, это где? Пушки прожми. Добивайте. Под АУЕ стопнули сразу, когда будет контроль, стопнули АУЕ. Контроль, а ну... Бафы раздайте по форсейте. Лишние. Геру дай. Геру дай. Стрик. Говорят, только РЭ. Лужа. Пухи сняли. По Женеду контроль, по Женьку. Отведи босса. По Женьку дайте циклон. Кели все играем. Сбили глыбу. Феникс играем. Лужа в миле. Все по Фениксу. Милики отошли. Яйцо. Контроль 5. Контроль раздается. Глыба. Пока тот же, наверное, глыба. Сбили. Играем Феникс. По Фениксу. Жена налетел там далеко. Или это в текстурах? Яйцо. Босса. Жена, где ты лежишь? Да он улетит. Не знаю, текстурах, я понял. Контроль раздали. Старика не убейте. Контроль по нему дайте. Кончику дайте контроль, пожалуйста. Отводи босса. Спасибо. Старика надо контролить, блядь, минус 4 дал. Можно пятижа поменять? Ложитесь. У нас один БР осталось. Блять, Жунаян, можешь отрубить свою хуйню? Она мне заебала в ПМ ебашит. Просто полрейда положил. Вот оно, шли, блять, без потерь, нахуй. Ребята, переведите босса, пожалуйста, потому что половина УЕ ебашит и по своим игрокам. Сразу чик и босс пошел. И все, и все, и все. Блять, ты знаешь, как этот босс отводит? Чтобы его отвезти, тебе нужно улететь за километр. Пока ты за километр убежишь, время какое-то все равно. Тот бомб. Он, блядь, не бегает, он не мили, понимаешь, атакует. Он, блядь, кастует. Да не психуй, ты что-то нормально объяснить не можешь. Я тебе объясняю. Бомба умер только один. И это Тимбич. Да я случайно, блядь, мне от жены на хуйня, блядь, летит. Маны залей, маны залей, маны залей. Еще раз, будет лишний флот, я вам ГП въебу, понятно, да? И не по сотке, а по косарю.
контроль и сова не будет жены, твоя основная задача вместе с магами. Он в контроле под текстуру. Еще раз говорю, есть маги и локи. Я другого контроля. Я ёбнул минус 4. Вот я только попал в контроль. Я ёбнул как бы 4. Тоже, если чё-то. Как я за контроль, если ты меня ёбнул? И это, ребят, за кем погнался вот этот, который первый, как его, блядь, зовут? Короче, первый, который за кем погнался, не ведите, пожалуйста. Ген, я же объяснил, по-моему, для чего это. Ауди. Не-не-не, я мало ли, может, не знал. Ты это там тоже не нервничал. Вы что такие все там нервные собрались? Потому что, блядь, хуйня это ебашит, не получается ничего. Еще и ГП ловишь, Во-первых, тебе еще ГП никто не въебал или въебали уже? Въебали. Я за бомбу дал. Понятно. Проня, вставай при сумоне. Ты так-то сдох на бомбе. Еще раз говорю, мне блядь, это хуйня его заебала. Заткнитесь своих. Нахуй! Отойдите. Может кто-нибудь сдохнет, а не убьете. Он сейчас парочку убьет, и это выйдет. Просто на одном месте стойте и ничего не делайте. Старика, можешь на меня метку кинуть, когда отбегать? Я буду раз отбегать, народ видеть будет. Нет. Народ ГП будет хапать. Да я проверил, там все, прожимки не работают. Внимать остальных. Ну и на шкаф файл крикать. Кого там Симон тестовал? Проня, да? Проня, да. Похи наденется, пропали. Я просто не знал, что там такая проблема, дракон. Просто вот ДКшник, который это делал, он просто его брал, переводил туда-сюда, и нормально мы так били. Вот в нашей гильдии. Блять, я его двигаю просто, он двигается медленно. Пока ты убежишь, вот эту текстурку, он долго соображает. Он еще кастовать может 2 секунды. Ты попробуй по диагонали бежать от него, и все. Это кастер, вот Ауди. Он стоит, прокастует, только потом уже пойдет. Ауди, чтобы ты его я не забинул. Ну, в смысле, просто бегу в другую сторону, на пофиг. Потому что он только... А, ну, видишь, как он делает. Потому что я помню, он его так просто туда-сюда перемещал, и мы так, ну, бегали, и своих не уешили, и нормально вот дамаг проходил. Дайте прист. Я не шучу, будет лишний флот, я въебу 1000 во время боя даже. Все готовы были, я не посмотрю. Пуляйте. С этого пула кто за тупок, тому тоже 1000. Мои люди без них не могут. Эта зависимость возникла после уничтожения солнечного колодца. Извините, я напомню, пухи оденьте, пожалуйста. Напоминаю то, что миники не таунтят. Поэтому не нужно сразу в них вливаться.
Отводи кресту быстрее туда, поближе. Ну и все, и бабу старайся, значит, здесь же держать, чтобы легче тебя таунтить было. РДД раньше. Бомба 5. Как видите, оружие у меня предостаточно. Платформа отошли. Кто щит видит? Тимыч, поднимаю. Где лук лежит, щит? От топора отойдите. А это прикол такой называться? Станет цель, выберет вас. И бить из центра. Плут, убей, я вам сейчас въебу ГП, вы чё, вы тугие что ли? Он сейчас в центре появится, разводитесь. Женя, я тебе ГП сейчас дам. Бру. Лич. Денчик. Беладон. Черт, это тёлк. Все рейнджу наберите. Бомба. Бомба.
Бомба. Бомба. Тёлка, добивайте. Десять секунд. РДД, напоминаю о контролях. Вот маги, шаманы. Давай, Геро. Пухи снять. Покоритесь мне. Глыба. Еще одна. По Фениксу. Ушли мели. Яйцо. Контроль спор. Глыба. Сбили. По Фениксу. Жена, поднимай. Шли, мир. Велики отошли. Масбаф по ДК. Лужа. Ухи. По япончику просто корни дайте. Контроль меня. Глыба. Сбили Феникса. Лужа там. Мили ушли.
Яйцо. Феникс. И ложа там же, Феникс. Контроль. Контроль меня, быстрее. Река контроль. Кончика контроль. Опять старика, быстрее сейчас через все. Глыба, лужа. Еще одна глыба по Фениксу. Диспел, япончик. Шли мили. Яйцо. Контроль скоро. Лужа в центру. Отведи танк, босс. Меня быстрее, контроль. Контроль, Ауди. Ауди за контроль, чем он хуячит, ходит миликов. Глыба. Глыбу сбили. Диспел. Феникс. Лужа, жена. Добиваем Феникса. Яйцо. Лужа. Контроль скоро. Драгон, лови Феникса. Держи его. Глыба. Сбили глыбу. Пока тут япончика. В босс все играете. Переводите его. Все, Феникс и потом яйцо. Никого не бэрить. Один бэр остался. Яйцо. Напоминаю, РДД и хилы держат ранжу, милики съебываются на задний план при гравитации. 4 минуты пуща. Скажите, как первый Феникс выйдет, поэт, скажешь? Раньше набрали. Сзади босса много свободного места. Пять секунд. Пятьдесят.
вышел Феникс. Угу. Лужа мили. По Драгонсону, Артемия, БР дашь. У меня тоже, если что, БР есть. Окей. Тогда Тимыч, ты дашь БР. Забери Драгонсона. Сразу, только призволяешься, БР поменяешь. Блять, я же убежал. Блять, он еще и заявился. И да. Низ. Поднимай Драгонсона. БР по нему. Ой, блять, ребаф. Этого не будете сливать, Феникс? Нет, 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 босса бейте. При следующей взлетке дам Геру. Может, лучше после? Точнее, после, да, я туплю. Лужа там. Мили. Ну вот, блин, пиздец. Кушка. ГП всех, кто сдох. Похи 20 секунд. После приземления наденься твои. Дадим БР вроде есть у вас. После приземления все в босса. Похи наденься. Вниз. Ген, я пока ролить буду, ГП миликом дашь? Кто в луже? Да, только там не всем. Я говорю, кто в луже сдох. Да, никто с рейда не выходит, будем воронки еще ролить. Которые в сумке потом. Че, раз обычно? Так, че там у нас? 0-0. Все, сейчас кто Фрэнси, Сауди, Эльмурсио, Лич, в луже. И Драгонсон. Почему Лич в луже? Я не в луже. Еще Лич Сталкер. Я не в луже умер. А чё? Меня столбом умер. 140 тысяч. Это и есть лужа. Это и есть лужа. А её не видно нихуя, эту лужу она, блядь. Мелкая такая, хуёвая, видать. Самая опасная тут. Да, да, вот она единственная во всей игре вот такая, которую да, нихуя не видать. Сука, она секунду появилась, а сказать, видишь некому, поэтому видишь, все же, блядь, не до этого. Она светится очень ярко. Там три такие. Я не знаю, вот у меня охуенный да, монитор, охуенная вот графика. Ты вдали вот... стоишь и просто вдали смотришь и стреляешь. Извини, перебью, у меня когда бой идет, у меня здесь такая красота, что в эту лужу вообще прям вообще не видно. Она единственная, которую не видно лужа. Ну она ваншотит как бы. Она сливается, просто понимаешь, когда вот я камеру далеко отодвигаю, идет бой. Ну я вот ее вижу иногда, но редко, ну, в основном не вижу. То есть я как бы, да, мне как бы не особо, мне похуй просто, но можно и сказать об этом. Нет, больше ничего не будет, скорее всего. Ее именно ждать надо, эту лужу, потому что она ваншотит. Она еще, видишь, у нее радиус такой маленький, ебливый, сука, что она прямо как раз во время босса становится, ее вот прямо ты не видишь, сука. А что, Драгон пятый кусок роил, что ли, это пятый?
В ЗС мы не идем? Старик, идем нет. куда-нибудь, нет? Нет, нет. Идем. А, чё? Хорошо, да. У нас минус 2 и 40 минут. Что? Куда идем, старик? ЦЛК. Все, добро. На пару боссов хочешь убить? Да. Да. А чё нам там ЦЛК? Мы вообще быстро... Да, как её там, которая перед... Ну, этим, давай сходим, окей. Синдра или как её? Там же вообще пробежать-то час-полтора. Слышишь, там у Денчика не вылезло ровно, честно. На, он уже потому что только сейчас, типа, Денчик. Блять, он линканул чест, по факту атмосфера была. Вот тут, блядь, все плодили. Стоик, давай попробуем, если сейчас пойдем, действительно так нормально пробежим, то оставим на завтра. Ты пианиста подговори, вы там свяжитесь, чтобы вы там этот, может, потраем? Да, я слышу. Плохо слышно? Тебя слышит. А, пианист слышит? Пианист, как думаешь на завтра, если вот мы сейчас пойдем, там всю эту хуйню мелочь убьем, и останется ли с Джайной? Чтобы, ну, я имею в виду, чтобы в плане прям часа три, там два, там сколько получится потратить. Может, с первого раза убьем. Почему на офон 500 гп? Да, он даже на транс стрёмный. Ебать, вар, который рулит меньше с хвоста. Почему вы начислили за Т5 389, если... Да это... Да это за шею. Там кусок Т5, я тоже подожду. Шея была. Ты уже не первый паникер насчет Т5-го куска. Надо, кстати, да, кто-то имеет связь, нет там с администрацией, вот кто там это все вот дорабатывает, чтобы написать, чтобы как-то эту ауру сделали поярче или цвета, что ли, другого. Она, смотри, когда появляется луна. Она, извини, такая... я перебью, друганчик, вот просто извини, вот послушай меня. Вот она у так, меня желтая. Тих, светится. Япончик, я тебе не могу отдать нового спека почему-то. Хорошо. Она у меня желтая светится, и когда идет отбов, а я... от босса какой-то это... баф, он, она то, он тоже желтый, через и себя... она сливается. Слышишь, через себя отдам тебе новый спек. Стой. Я имею в виду, как-то ее там, знаешь, там цвета другого или что-то как-то шире. Ну, какое в приложении, что напишешь. Ауди, ты видел пельмени на тухлом? Чего видел? Пельмени на тухлом. Пельмени на тухлом. А, ты про этого? Я думаю, что ты про что ты? Ну да, и что? Ну, ты видел, какая там точка, куда они летят? А у тебя лужа тут на полэкрана. А, я за пельменями не смотрю, там она, хилы пускают. Воронку рольте. Лужа у кого красная. Т5 есть. У тебя права есть, Ауди? Мне такое ощущение, что ты красные цвета не различаешь. Я красный не различаю? Да, потому там, что я красная. Очень Беладон. Хорошо. У тебя кусок её есть? Очень хорошо. Да. Тебе сколько воронок нужно? У меня прям четко, я все настроил. У меня это на ей. Ну, тофнуть. Это можно купить на хуэлах, не слышно, блядь. Еще раз, Беладон. Две еще, но эту еще две. Это еще две, сколько воронок? Восемь частиц, поставьте максимум. Старик. Восемь. Восемь воронок? Вопрос, блядь. Если у спек Т5 лежит, можно ролить воронки или на спек Т5, если они в сумке? Нет, если на оф, то нет. Сначала на мейн. А у тебя какого цвета круг? Почисляй Беладону. Сейчас я... Они разные желтоватые. Он, я думаю, он штуки две заберет, потом Раска и отдачу с конца. Подруга, у тебя какого цвета круги? Красного. Красного? Да быть не может такого различия. Я поэтому и спросила, может у тебя... Вот у меня, я тебе что объясняю, когда вот босс объем, особенно когда Феникс... Вот Беладон улетает... 3 нужно было, да? Да. Все, ты фул, 3? Да, Беладон? Нет, мне еще плечи не упали сегодня. Ну все, сейчас я напишу в заметках. Я могу, в принципе, забрать сразу 3 или что, или... Если ты будешь прям сейчас апать, можешь ему сразу создать апать, и все, да. У меня просто красный цвет очень охуенно выделяется, поэтому он его кто видно там? Очень хорошо. Враски. Потом враски. Да? Враска тебе сколько нужно? Мне 6 надо. Вообще. И 6 тоже на мейн, да? Да. Ну, начисляем. Я думаю, он даже все 6 заберет. Там до дачи. Слушай, а ради интереса можешь скрин сделать?
Ты мешаешь, по-моему, разрову, насколько я поняла. Да, разберут. Ты можно сразу дать. Все, Враска, все шесть забираешь, я пишу на тебя. Давай, я распечатаю сразу. Ты сразу их распечатаешь? Да. А? Че, сразу распечатаем, забрали экран. У тебя 4-5 получается, да, Враска? Да, у меня грудак этот... сегодня был. В Долоран идем, при мне хуячим. Погнали, оба. Давай, не летим. А, все, ну, вы там жулики закончили. Пойдем, да, на одно ребро? Идем, да. Идем. Да. Окей, идем, значит, на одно ребро. Да и на леди можно. Слушай, давай мы с тобой два скрина сделаем, я тебе покажу свой. Я скрины делать не буду, это незачем, потому что 24 человека, все видят эту лужу. И что, у всех он красный круг? Один ты не видишь из 25 человек. Нет, я его вижу, подожди, я его вижу, когда вот, понимаешь, я на него конкретно смотрю. А так вот в игре, когда я смотрю на босса, я его не вижу, потому что у меня одного и того же он цвета сливается. И сколько я тебя знаю, мне же не за обижайся, ты из луж никогда не выходишь. Я тебе сниму сейчас сотку, я ему 6 отдал, всего 8 было, я просчитался, он апнул. Хапай. А, да, да, 8. Не, сейчас-то видишь, в чем прикол, сейчас-то у меня нормальный монитор, сейчас наоборот, мне все стало видно. И сейчас всю ЕСЕ и камеру отдалил, все, не и знаю. Вижу все поле боя, мне сейчас наоборот стало играть. Забери обратно, ебану. Не знаю, что у тебя там с монитором, а я сколько знаю уже тебя год, ты блядь. Никогда из луж не выходишь. Можно скажу? Старый, помните, пожалуйста, и рейд 25 гер. Не я. Там Белодон наступил воронку, что ли, или что? Нет, ему две. Блядь. Ехка. Ему три не отдал я, ебаный в рот. Отдал 6 этому. Мы посчитали как 9. А этот-то получился. А, и он уже отнул, да? А, нет, не понял. Он 2 сролил, перешел в Враска. Хотя он должен был 3, понимаешь? Понял. И Враска при мне их ебанул. Ну ничего понял. Страшного, отдадим. Старик. Что? У тебя тоже лужа красного цвета. Старый, дай мне сейчас, у меня есть красный принтер. Вот у тебя воронка есть. Мне просто, блядь, стало аж интересно. Да, быть не можешь такое. Я в Долоране. Забирай. У меня... Такого она у меня... Ребят, сделайте, пожалуйста, скрин. Давайте посмотрим. Быть не может такой разницы. Она говорит, что пианист у ней красная лужа, у меня какая желтая. Если у тебя цветовая гамма на мониторе разная, она да у меня хоть зеленая. Друган. Понимаешь, в чем дело? Я вижу здесь все, и все классно. Ну, значит, ты устанавливаешь себе ДБМ, он тебе орет, то, что ты в луже стоишь. Или ставишь себе там Буду, ставишь этот ДБМ. Да, есть у меня ДБМ. Да заткнись, ну, все тогда. Жена спит, можно сказать? Белодон, юзай. Секу. Я надеюсь, вы там в ЦЛК поставил ХМ? Все, я поставил уже. Заходите трэш начинать очистить. Я буешки скину в ГБ сейчас. И япончик забери на оффспек голову у меня. Целую. Она у меня есть. Она у меня есть. В обмен показывал. Я... Тогда Гевка на распил тебе отдам. Ты опять же будет апаться так же, да? Сакеты будут оставаться? Да. Фанзера, тебе сколько там осколков осталось? 4. 4? Япончик Фанзера забирает. Хорошо. И вот эту хуйню сейчас на ролл кину, чисто по роллу. Сымать всех. Какую хуйню? Что-то бесплатно можно ролить. Гевка выйдет. Гевка, обмен я тебе еще на распил шмота, да. Кинешь? Я здесь смотрю. Тыкайте на смон. Есть рейд с умоним, у нас полчаса.
Бля, может поезд профа выпадет? Ой, профа, говорю, с ребра. Ты сказал про поезд профа, тут половина плак. Да, поезд профа, я не знаю, сам себя что-то сейчас это расстроил. Когда поднял про него тему. Профа, он уже два раза падал. Я знаю. Сколько раз колба падал. Так, Ауди, отдачу. Тут? Да. Это, завтра, Дина, будешь ты? Завтра? Наверное, да. Это, я либо опоздаю, либо не приду. Хорошо. У меня завтра, я как бы на сутки не заступил. Правильно, не предупреждали. Это самое, господа Эреллы, а почему у нас ливнули люди? Там же, наверное, вроде бы... Предупреждали. То, что они не на фул. Люди предупреждали. Все, пошли эти трэш чистить. Что привело тебя сюда? Конечно, это хуйня все. Но у каждого свои проблемы. Там объективные причины. Блять, Рокеты святое, блядь. Разбойников нету, так что больших еще надо, возможно, бить придется. Просто в линию пройти. Кстати, вопрос такой, у нас же не будет никаких открытых там подвод. Чего не будет? На Новый год и все так. Надо как-то это объявить просто, чтобы... Да, просто чтобы заранее точно. Ну типа РТ стоит, да? Там Афони психанул, наставил, ну по крайней мере вечерний. Да вечерний фиг с вами, это типа вы должны оставлять. Нет, если вы соберетесь, то почему нет? Если хотите идти. Если не хотите, там народ не будет, да, большинство. То и нет смысла ставить РТ. Ты мне подсказывает, что не будет там. Вряд ли народ отдыхать будет. Ну конечно. Да кто как отдыхает, кто-то набухивается, кто-то нет. Ты такой жирный. Ловите большого. Поймаешь? Япончик позбиваешь шоку? Да. Я позбиваю. Нет, Данечка, я как-то не могу позбивать. Промах. Не восприимчив. Нет. Мне, видимо, меткости не хватает в ДЦ. Сейчас бы меткость в ДЦ иметь. Ну, конечно. Был бы так. А что, сова есть вообще? Ты задумайся. Не совы, бля, не совы, не шик. Что у тебя в ДЦ меткости не хватает? Потом доложишь мне. Чё придумаешь? Не, у меня есть 70 отдан. С шей. Дайте лобового ДК. Паука слейте сначала, одного и второго.
показать блок. Все, никто не АФКшит, квартал закрывает. Да, Никитос. И лофаемся. Блин, ну Никита в 105-м хорош, да? Если здесь ты сказал обычку, я бы тебя даже пока... Флут убейте, ставлю рыбу, фул рыбафы. А дальше тут? Блин, кто там танки? Танки? Ну, Войд и... Нургляд, пекнись ты. Скай Драгонса подамажи. Старый, у тебя нет с собой среды. А дачи тут? Да он в БФК сидит. Все, в трусы уебали все. Да, кстати, проверил, не пил сопрол, все нормально на келе. На келе он не пьет. Женек. Не, ну мне всегда говорили раньше пить сопрол. Ну это чисто для одаренных. Ну я и говорю. Кто любит мне... поумирать? Да. Пианист не прощает ошибок. Ребят, у нас пул идет. Офните, флот. Дай, Женёк, пожалуйста, пул. Чем мы стоим, бату катаем, старик, поэтому и пиздим. Не надо пиздить, команд... говорю, офните и нахуй. Нургляд. Сейчас Ирил ждет. Пекнись танка. Пианист дал чек и пуль, ну а вы стоите и вату катаете. Геру. Разбежались. Хватка.
Разбежались. Ой-ой-ой-ой-ой. Да, ой-ой-ой-ой-ой. Это что, сейчас магия кончена? Нет, мне он не нужен. Нет, демон. Магу вообще не нужен. Тут, блядь, гевка забирает. Женек, ну как бы да, но... Есть кольчужный еще просто, да, и СРС-ки там топой. Локи ГЦ. Промахнулся старик. Кому дал? Вроде бы. Гифки вышплю. Да я понял, что промахнулся. А дай, да, Локи, я сейчас поменяю ГП его. Точно ли? Блин, что, лечим минус 3 будем пить? Слов нет. Два дерева. Пошли. Нормально все будет. Что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие... Это хуйня на дис тебе. Так, сейчас я ЕПГП вам поменяю. Вестник Осагрия. Просто горн лошара, блядь, я скажу. Согласен. Тупо за все рейды он всего вот третий раз упал. Первый раз забрал тупость, второй раз забрал этот... Я тебе сейчас свой пояс покажу. Не, мне тебе вообще он не нужен магом. В смысле не нужен? Я ведь... Или ты смет... А, с меткостью что ли? Да, у меня смет... Нет. Как бы мне он не... Если я буду брать этот шей, ладно. Ну, Рублет, ты протанчишь? А мне деваться есть куда? Нет. Что за вопрос? Ну, согласен. Драгон, спекнешься тоже. Ну, Рублет, а ты же тоже танк, да, в первом статике ДК вроде, если я не ошибаюсь? Да. Чё, не знаешь поговорку «танк однажды, танк навсегда»? Знаю, выучил. Создал один раз танк, капал один, так и закончил. Я как-то раз сказал, что у меня есть танк. Зачем вы ревнителей выводите хотя бы? Чтобы он был помощник. Красиво. А еще он из моего растер-друида создал танка. Я вот этот раз попросить не могу. Да, я танк, потому что хилы этого не замечают, да? Да, вот выдергивают, прожимаются, дают вот всю хуйню. Чего не прохилить, его сразу забьют и все. Кого? Че там ваншот? Два с косарей был удар. Мне это не ваншот. Даблшот. Еще плюсуй там. Клиф, еще какая-нибудь хрень. Ауешка. Ну, кстати, блин, я могу Полину зайти, она по хилю. Деревом. Не знаете, как господа. Бага на ханта, в принципе, может зайти. Давай, я потанчу. Ну да, вот я сейчас напишу Полине. Не хочу дома. По моим спеку так.
Фрэнсис, мы и так в минус 3. Ставлю рыбу. Я вот верю. 17 минут до концерта. Драгонсон слева, Нурглет и Войт. Мы еще и корабли справа. Можем успеть успокоить. Если да. С первого плана. На второй Драгонсон заберешь босс. Или подождите. Че вы ну? Я извиняюсь, меня это. Ну да, Драгонсон заберешь. На последней фазе на босса, на косты. Вставать не или нет? Будешь, да, так же станешь что-то. Все, понял. Еще раз говорю, квартал донесем, да разойдемся. 15 минут вполне. Минут на 5. Задержимся на 10. Ничего страшного. Милики, с вас трэш. Потому что РДД у нас вообще, типа, кот наплакал. Поэтому, милики, бегайте, тоже помогайте трэш убивать. Да я думаю, если пару человек уйдет, ничего страшного. Конечно. Два друида, получается, циклон, две жабы, овца. Все консоли, да. Короче. Как могут. Мальчика. Мальчика. Сейчас давайте Геру подождем, 50 секунд. Сопроты все пейте, кто от взрыва духов умрет, ГП получит. У тебя есть старик сопрот? А, хотя бы. Старик вечно жути нагонит. Да, Ген, кидай мне эти.